Реквием. Самая сильная способность Джоджо. Если в обладателя стендов втыкнется стрела, то его стенд становится более могущественным, чем был раньше. Но фандом Джоджо считает, что есть два типа стрел. Обычные стрелы, которые просто дают новую силу, и стрелы с реквиемом. Но я считаю, что это не так. Но если вы хотите узнать мои доказательства, то смотрите это видео до конца. Во-первых, как раз если обладатель стенда получает реквием, то он по сути получает новую силу, новую способность. Но в четвертом сезоне был персонаж Кира Ишикага. Это главный антагонист четвертого сезона. Четвертой части, если более правильно говорить. Его отец, если вы шарите, то его отец привидение, вроде случайно, или в общем в него втыкнулась стрела. И она вошла внутри его кожи. А когда Джорно Джованно в пятой части Джоджо получил реквием, у него было то же самое, стрела прошла в его тело. Это означало то, что он настолько достоин этой стрелы, что она даже стала частью его тела. То же самое было с Кирой Ишикагой, то есть он тоже был очень достоин реквиема. Получается, что Кира Ишикага не получил какую-то там силу, он получил реквием. Этот реквием Beat the Dust. Это была третья бомба. И по сути, вот две стрелы это, два типа стрел, как считает фандом, это одно и то же, потому что реквием это что же новая сила. Так что уже мы почти опровергнули эту теорию. То есть Кира Ишикага получил реквием. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а пока.